О, здорово, кабанчик. Ну, что скажешь? Здорово, Что скажешь? доходяга. Я ходяга хотя бы. Я умею ходить. А ты умеешь ездить? Вообще катаешься, как колобок? Доходяга, А, нелегко для ходяга! Ты колобок доходяга. вообще? Колобок? Колобок читал русскую сказку? А? Ну, куда ты пропал? Колобок? Да. Не, я круглый бок стал. Круглый бок. Круглый бок. Круглый бок читал Ну, я. давай, короче, давай мне тут, короче, бухти, как космические корабли бороздят большую Украину. Ну-ка, давай. Не знаю. Расскажите ты, как вы там живете по Мы расу живем мира. прекрасно. Россия великая, могучая страна, которая скоро победит. А ты вот мне скажи, ты мне что-то тут лечил, короче, Алло. всем. Ты одной известной женщине говорил о том, что Украина побеждает. Вот давай теперь мне, как мужчина, если ты мужчина, как бы, объясняй, каким образом Украина побеждает, если Украина везде заполучила Я это. никакой женщине не объяснял Ты никакой объяснял женщине. одной известной женщине о том, что Вот Украина ты побеждает, слишком когда ко она мне тебе задала вопрос, близко. а каким образом Украина побеждает, если вы везде побираетесь и получаете технику, а Россия при этом технику сохраняет и имеет свою. Каким образом вы при этом Да, побеждаете? Отвечай мне. мы требуем технику, Значит, требуем, ваша армия да. уничтожена, правильно же, по Мы логике? требуем. Значит, ваша армия уничтожена, правильно? Мы требуем, да. Значит, ваша армия уничтожена. Оружие требуем, самолеты требуем, Вас, танки ты мы меня слышишь, нет, требуем, кабанчик? да. Значит, у вас это, больше ничего нет, потому что ваша армия уничтожена, Россия ее уничтожила, правильно? Техники у вас нет. Нет, Поэтому вы все из-за мы рубежа 900 получаете. танков взяли трофейные. М? 900 танков, но мы трофейные взяли, трофейные. У тебя откуда такие данные? Танки Ну-ка, там. ну-ка, ну-ка. И Это какие воюем с танки вы армией взяли такие танками трофейные? этими. Вы намечтал себе? Нет, ты не мечтай, я тебе про реальность Танки говорю. изюмом, лиманом, под изюмом, лиманом, да? Что ты там взял-то, елки-палки? Две Стратегически золотые пушки украли. взял, что ли? Нашел себе Технику тоже победу. украли, Ты мне скажи, подарки где этими твоя армия? Где твои украли. самолеты? Где твои самолеты? Вот где твои самолеты? В шкафу. В шкафу? Мои самолеты в шкафу, мои самолеты в шкафу. Понятно. Так же, как в шкафу вся твоя совесть и душа. Что еще скажешь? Побеждает Украина? Скажи, как ты относишься к своим российским солдатам? Абсолютно, это мои братья. Как я к ним должен относиться? А как ты относишься к бандеровщине? Бандеровщик, я сказал, ты, они же мародеры, убийцы, нахуй, Вы садисты, мародеры, нахуй, блядь. убийцы, правильно? Бандеровцы это мародеры, убийцы, фашисты. Вы Что ты переводишь? педофилы, нахуй, детей насилуете, Ну, нахуй, тут да, детей украинских. насилуют. Ты, слушай, Выводите, ты нахуй, представляешь вообще, что значит детей выводите, насиловать, нахуй. а? Ты представляешь, что значит детей Детей насиловать? выводите нахуй, это в Детей Россию мы выводите даем детей нахуй, прекрасное да. будущее детям. А что они получат в Украине? А ты теперь мне скажи, толстяк, моих что родителей значит убили взрослому родители. человеку изнасиловать ребенка? Вот ответь мне, что это значит вообще? Моих родителей Что убили родителей значит нахуй, убили изнасиловать родителей. ребенка взрослому человеку? Ответь, пожалуйста, мне. Такое вообще в принципе возможно среди нормальных людей? А детей позабирали, блядь. Вы убийцы, нахуй, блядь. А что ты Идите еще, домой, что ты убийцы, можешь идите еще домой, доказать блядь. мне? Вот ты мне Вашки докажи, что мы президенты, убийцы. нахуй, блядь. Вашки суд присудил, нахуй, это военный преступник. Ее любая страна имеет право арестовать, нахуй, блядь. А любая страна сейчас может назвать Или Украину самолет, террористическим вместе с него. террористической организацией. Разница между террористами Или и самолет быть ИГИЛа. вместе с президентом. Самолет быть вместе с Куда ты президентом. свалил? Куда ты свалил? А, ты сваливаешь, нет? Вы, блядь, это вернулись, в совок вернулись. Вы вернулись в 70-е годы, блядь. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. А Вы, тебе, блядь, тебе ничья, совок, между блядь. прочим, дал жизни? Раз, смотри. Ты в школе учился? Два. Ну, я говорю, толстяк, он всегда сваливает. Совок мы вернулись. Да я очень рад, что мы в совок вернулись. Бы, если бы вернулись.